На официальной новогодней ярмарке территория огорожена и празднично оформлена, а главное, предприниматели имеют на руках разрешения и сертификаты на товар. Однако в городе промышляют и недобросовестные дельцы. С 15 декабря специалисты управления муниципального контроля проводят ежедневные рейды, выявляют несанкционированные места продажи новогодних деревьев. На улице Чехова предприимчивый житель продавал несколько десятков елок и сосен прямо на газоне возле строительной площадки. За несанкционированную продажу хвойной продукции грозят серьезные штрафы – 5000 рублей. Для индивидуальных предпринимателей штраф составляет уже 15 тысяч. Управление торговли призывает анапчан приобретать елки и сосны только в специально установленных местах. Деревья, купленные у нелегальных торговцев, могут быть некачественными и зараженными различными болезнями и вредоносными насекомыми.